И о хлебе насущном. В республике продолжается уборка урожая. На сегодняшний день скошена треть площади зерновых и зернобобовых. Погода благоприятствует. После того, как вот с комбайна зерно выгружается в автомашину для перевозки, влажность зерна составляет 12-14%. Сушить не надо, отсортировать и на семена, и на продовольственное зерно, и на другие цели спокойно можно использовать. С точки зрения качества зерна, погода была на стороне аграриев. Не было продолжительных проливных дождей. А вот на урожайности засушливое теплое лето сказалось не лучшим образом. В целом по стране урожайность зерновых и зернобобовых ниже прошлогоднего на 15-20%, отмечают эксперты. По сравнению к прошлому году урожайность у нас практически на 5, пока чуть больше центнеров с одного гектара. Пока идет меньше. В 9 муниципальных районах завершена уборка зимых зерновых культур. В целом по республике зимы осталось убрать в 33 хозяйствах. Снижение урожайности приведет в том числе и ко внутреннему росту цен на зерно. Речь о 20-30%, считают аналитики. Однако хлеб для потребителей от этого существенно не подорожает. Зерно в буханке хлеба составляет от цены примерно 17-20%. Даже если зерно подорожает в два раза, на цене буханки это не отразится, приводят слова вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута РИА Новости.